最初にあの格闘技歴をちょっとお聞きしたいんですけども、何歳で何を始めたというのをあの聞いていただけますか。Сами хотим спросить вас ваша история, да, боевого искусства. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте, какое боевое искусство вы начали? 16 лет занимаюсь я спортом. Первым моим спортом боевым искусством это был бокс. После пришел в ММА. В спорте уже 8 лет. 最初16歳でボクシングを始めました。そしてその後 MMA に移りました。8年間格闘技をしています。現在はあのタイのタイガームエタイジムにいらっしゃるということでよろしいですか。А в настоящее время вы занимаетесь тренировкой в спортивном зале, спортивном клубе Таиланда, да? はい。なぜタイの方に。А почему вы решили Таиланд? В Таиланде хорошие бойцы приезжают в Таиланд. Со всех уголков мира, там хорошая конкуренция, хорошие тренеры. タイには世界中から良い選手が集まってくるので、その良いコーチもいますし、競争も激しいからです。一番自信のある攻撃はやはりパンチでしょうか。あ、я так понимаю, да? А ваш самый сильный удар это удар рукой, правильно? Удары руками и ногами.はい、そうです。両腕の攻撃、そしてキックも得意です。今回対戦する相手の、印象をお願いします。あ、かっこいい場所でプレスタブレにアバシマサピオルニッケ、ポーセザフトラシニム。ハロシュバイツ、モダルニック。良い選手で強烈な打撃技を持っている選手です。自分と比べてここが勝ってる、もしくは自分の方が上だと思う部分はどこですか。Но сравните, пожалуйста, вас да, с вашими соперниками после завтрашнего. Чем вы отличаетесь от него? И он чем отличается от вас? То есть, какой ваш прием лучше, чем у Асакура и наоборот, да? Какой прием и техника Асакура выше или лучше, чем ваша техника? Я думаю, он однообразный, своеобразная техника. Постоянно бьет одинаковые удары. Мое преимущество в этом. Я буду бить разные удары, разные комбинации. Асакура 選手はとてもオリジナルな攻撃をする選手だと思います。常に攻撃をしてきて、それもその攻撃技は常に同じだと思います。私が彼より勝っているのは、私はさまざまな攻撃を、そしてさまざまなコンビネーションを駆使できることです。寝技にも自信ありますか。У вас есть уверенность в болевом приеме? Болевом приеме. Есть. はい、自信があります。Самбо とかやってたんですか。А вы когда-нибудь занимались самбо? Самбо не занимался, а занимался грэпплингом. Мой тренер Естан Мурат, самый популярный тренер в Казахстане. А чем вы занимались?Грэпплинг, БЖЖ, бразильский джиу-джитсу. Самбо の経験はないんですけれども、ブラジル柔術をしていました。そして私のコーチはブラジル柔術です。カザフスタン一のコーチです。プロの試合をやる上で心がけていることというのはありますか。Но это профессиональная игра, профессиональный бой, да? Есть какой-нибудь ваш план, постоянный план? На что обращать внимание, как профессиональный борец? Я хочуПоказать всем болельщикам Японии самый зрелищный бой. И завтрашний бой будет самым, я надеюсь, по воле Всевышнего. Завтрашний бой будет лучший бой вечера. そうですね。ファンに最も面白い試合を見せたいと思います。そして明後日私の試合が最も面白い試合になればいいなと思ってます。試合では常に KO を狙ってるんですか？Во время боя, да? Вы собираетесь одержать победу нокаутом все время? По воле Аллаха, может быть, это тоже случится. それは神様の知ることなので、何とも言えないです。日本のファンがそのあなたの試合を見るのは初めてだと思うんですけど、そのどんな試合を見せたいと思いますか？日本のファンはバレルシーフペルビーダースモートリットナバースバッシュバッシュボイ。かっこいいボイビハツイツイムパイムパカザ。ボイストイケ。激しい試合を見せたいと思います。MMAファイターとしての、目標はどういうものでしょう。あ、抱えばしゃつえりかくばるざ MMA。наша задача попасть в UFC。UFC で戦うことです。или стать чемпионом Rising FF。
そして、もしくはライジンの FF のチャンピオンになることです。